Приветствую, дорогие зрители, с вами Диллерона Мини-Коша, скажи привет. Приветик, мяу. Продолжаем наши боевые приключения в Майнкрафте. Так, в этой серии мы с кошкой отправимся в Эндер, но перед этим я бы вам хотел показать одного парнишку такого крылатого, который уже довольно-таки подрос. Так, я тебе факела отдал, я все-таки буду ходить со стандартной винтовкой, она меня просто больше устраивает. Не забудь починиться. Я подзабыл, может быть, ты уже починилась, но я подзабыл. Так, я быстренько чинюсь. Я тоже чинюсь. Самое главное, чтобы был починен лук, потому что нам будет очень больно и печально. Так, давай-ка еще даже меч себе починю. И, наверное, даже лук себе починю. Все остальное, в принципе, думаю, что можно не чинить. Нам всего остального, в принципе, хватит. Я думаю, что ты даже можешь с собой взять зелье восстановления здоровья, если хочешь. Тут справа, слева целая куча у нас их есть. Если хочешь, можешь взять всего пару штук, потому что нам они, возможно, понадобятся. Или пусть они лежат про запас чисто для драконов, потому что драконов нужно будет как-то лечить. Так, на улице у нас день, ночь... Непонятно, нифига. Непонятность. Ладно, пошли, я тебе дракона покажу. Он по секрету подрос. Только никому не рассказывай. Окей. Он уже большой дядька. Блин, я не хочу идти спать. Некому я тут спать. Day? Так, time set day. Так, оно быстрее. Time set day. Потому что спать не, ну, не хочу. Ого, так, дедок вырос. Там. Это не дедок, это мужчинка крылатый. Я его, правда, на поводок посадил, чтобы он не убежал. У него там есть его друг, называется Мумуня. Я его, правда, не переименовывал, Мумуня! Ни дракона, ни коровку. Но они какого-то фига решили здесь дружить вместе. Он почему-то не жрет ее даже. Так, странно. Ты отрегенился? Отлично. У него уже 60 хп. В общем, знаешь что? Вот тебе, короче говоря, удочка. Мы их с тобой скрафтили еще миллион серий назад. И пришло время немножко половить рыбы. Нужно словить рыбки, чтобы кто-то из нас мог его приручить. А ты уже сразу начал ловить рыбу. Лыбу. Ну, заговариваюсь. Так, давай. Кто словит рыбку раньше, тот и победил. На фоне вертолетов вообще красота. Так, что-то не клюет. Может, подкормить не в этот как-то. Раз. Так, я вот пару морковок кину. Может быть, поможет как-то это дело. Так, а ну, давай, о! Давай. Нифига о, моя себе. Рыбешка была! Блин, ну потому что, блин, да у тебя клюет опять. Тебя опять клюет. Мне не клюет. Морковка сработала, блин. Блинская морковка. Ну давай, хочу рыбу ловить. У тебя клюет, у меня вообще не клюет. У меня не клюет, это рыбешка. Нужно поплевать на крючок. Все, я поплевал на крючок. Это должно сработать. Так, давай. Так, отлично. Рыбка. Так, отлично. У меня уже одна рыбка есть. У меня тоже есть. Блин, что я взял бы гравитиканом, начал бы сейчас гравитиканом вообще рыбу ловить. Именно прямо из-под воды. Но, к сожалению, это не сильно возможно. Ты прямо возле морковки ловишь? Да. Делерон, иди, это мое место. Ну, блин, да моя морковка плавает. Ничего не знаю. Так, ну, давай, клюй. Так, а нужно морковку потащить обратно. Так, морковку... Ну, давай, тащись, морковка. Давай. Нет, нифига, так не срабатывает. Я знаю, что можно сделать. Так, а ну-ка, взяли. Ай, Делерон, взяли нет. Кошку и все, и закинули ее. Блин. Нам нужно хотя бы 5 морковок. Ой, не 5 морковок, а 5 рыбок. Лично на морковках, думаю. Так, ну, давай. Ну почему кошки? Что за кошки? Кошка умеет ловить рыбу, я не умею ловить рыбу. А в жизни умеешь ловить рыбу? В жизни? Да я последний раз рыбу ловил где-то с дедушкой, когда мне было лет, не знаю, мало вообще. Я бы отправился на рыбалку, но там комары вечно такие, мы должны выпить твою кровь. Не вижу комаров вообще насекомых, они все злые. Меня один раз крючком зацепили, представляешь? Крючком? Когда рыбу ловили? Да, серьезно. Вот так? Я не получил. Да, вот так? Не получается. Я теперь боюсь. Блин, нафига я ПВП выключил частично? Так, а ну, давай. Ну, давай, рыбка. Тренируйся. Ну, что тренируйся? У меня не клюет. У меня... Концентрируйся, а не тренируйся. А, концентрируйся. Мам, концентрация. Да давай. Короче, я понял. Я уберу, короче, свою удочку обратно в рюкзак. Давай свою рыбу. Вот три ты штуки? Кошка, давай, три штуки. Может быть, и хватит, и дракон сейчас будет. А я могу покормлю его? Ну ладно. И срастается что-то, ну, да? Ну хорошо, Лантра, вот тебе рыбка. Берешь рыбку и тыкаешь правой кнопкой по дракону, и ты сможешь его покормить. Я тебе уже дала. Да не, иди. Просто правой кнопкой мышки по нему, пока сердечки не полетят. Так, а ну-ка, давай, тыкай. Сразу! С первого раза? Да! Читер, блин, да ты читер кошачий. А два счета дадим ему? Не, больше ему не нужно. Так, держи, возьми так же самое правой кнопкой мышки, седло на него одень. Так, пытайся, все, одела. Теперь ты можешь на него садиться, управление драконом такое же самое, как и вертолетом. А куда смотришь, туда он и летит. Ну, к сожалению, это твой дракон.
Я здесь уже никому ничего. Так, а ну, блинчик, нужно как-то это все поломать. Блин, я не знала, что ты не сможешь. Ну, не знала ты, конечно. Вот, типа. Да-да-да-да-да. Так что ты мне веревочку дал? Я... Ну, дай веревку, где она вообще находится? Меня в руку. Да у меня веревка почему-то как-то багнулась, что ли. Ты когда налетаешься, короче говоря, бери его и иди летай. Нужна еще косточка, правда? У тебя есть кость, простая кость? Так, у меня нет. Есть кость, простая кость. А, есть, есть. Все, у меня тоже есть она косточка. Так, я ее себе возьму. По идее, косточка, его нужно садить. А ну, попытайся. Возьми косточкой, ну ладно, ты уже на него залезла. Да. Можешь с него слезть и проверить, будет ли работать. Я заодно тоже проверю, может быть, я смогу управлять просто им. Просто косточкой, а ну-ка... нажать на него? Да, этот питомец не ваш. Правой кнопкой мышки просто по дракончику нажми. О, зашибись! Ну, тогда нам чисто теоретически даже поводок не нужен. Ну давай, улетай. Зажимай вверх, смотри, выше он будет взлетать. Пробел, пробел еще вроде бы нажимать надо. Пробел, взлетай, взлетай, кошка. Взлетай, выше, выше смотри, пробел. Выше, выше, выныривай. Выныривай, он не сильно любит. Давай, до берега, до берега, до берега. Он там как себя чувствует вообще? Нормально, блин, вроде. Блин, давай до берега. Ты должна смотреть вверх и нажимать пробел. Один раз вроде бы нужно нажать пробел, его вроде бы будет взлетать. Давай по берегу. Так, что-то не выходи выходит. На берег пусть он выйдет у тебя, а с берега уже будешь пытаться взлететь. Ну, блинская ты кошка, что ж тебе не получается-то нифига? Я тебя уже даже с радаров больше не вижу, потерялась ты у меня где-то. Так он не летит. Ну, пытайся взлететь, я тогда сейчас буду сотрудничать с коровкой, привяжу ее здесь, чтобы кто-то был привязан, чтобы не уходила. Так, корова, идем со мной. А, вот оно что, ты говоришь так же само, как это, вот. Что? А всё, что, как? А как ты взлетать? Я уже не помню. Надо на S взлетать. S? Типа да, вниз нажимаешь, что-то ты у меня как-то здесь стоишь. Ты вообще где? Ты на драконе или возле меня? Я ничего на драконе. Себе. Вот это магия, так, я тебя вижу, нифига себе. Ты у меня то здесь, то возле дракона. Так, все, я вижу, ты летающий. Вот, а я-то блин, думала. Круто. А вау. Как его теперь приземлить? Как-то вниз вроде бы смотришь, он будет приземляться. Блин, по летающим, мне нравится. Я хотел бы немножко треснуть твоего дракона и проверить, будет ли он лечиться от кристалла. Давай ты подлетишь ко мне, я немножко твоего дракона тресну. Блин, ну, как это круто смотрится. Он так офигенно летает. Приземлиться надо. Я надеюсь, что у меня хавать не будет вообще. Ай! Решила спрыгнуть? Так, ну дракон блинчик припарковался. Так, я его разочек стукнул. Блин, кажется, ему это не понравилось. Ему это не понравилось. Что? Что ты прыгаешь? Что? Садись. Все, он сел. Все, у меня все равно кусает. Он хавает. Почему? Ты такой злой. Слушай, давай я его покормлю. Да нет, нужно дать ему меня убить. Короче, убей меня. Убей меня на его глазах, он тогда забудет о том, что я злой, надеюсь. Все, убей меня. Ломай меня полностью. Ломай меня. Ты же можешь, давай, ломай. Сын смотрит такой, типа там, да, убей его, хозяйка. Он посмел меня обидеть. Давай, дошатывай. А переручить его можно, чтобы он... Переручить? Не, переручить его нельзя. Так, а ну-ка, ТП к мини-кошке. Все, я здесь. Мы друзья? Ну ты забыл уже меня, да? Так, возьми теперь сядь на дракона и пролети мимо кристалла. Только не трогай, не бейся в него, потому что может жахнуть и могут погибнуть вообще все. Так, давай, взлетай, взлетайся. Так, что-то взлетается не получится. Лети, давай, ты ж там говорила, что ты поняла как, бла-бла-бла. Я на драконах уже год не летал. Он вообще не летает. Так в другую сторону, в воду, не иди в воду. Забирайся. Так, не иди в воду. Буксуй его, не иди в воду. Так, вот, взлет пошел. Че ты нажимаешь, чтобы взлетать? S. Типа идти назад, это он взлетает, как-то странное управление. Пролети просто мимо энергокристалла. Мне интересно, он отхиляет его или нет? Нет, к сожалению, это не работает с этим драконом. Не, нифига. У него как было 59, так и есть 59. Но и у меня, в принципе, делать? Есть разные хилки. Да не, ничего. Я тогда сейчас... Ну, мы с тобой сейчас отправимся сражаться с простыми драконами в мир Эндера. И чур, следующий дракон-то домой. Ты для меня рыбки наловишь. Давай тогда паркуйся. А у меня еще есть рыбешка. Еще есть? Ну, тогда просто не теряй ее нигде. Что за кро? Ты читерная кро взяла, поломала все. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ты сможешь. Давай, паркуйся там, где ты и садилась. Вот здесь, возле коровки. У тебя случайно нету поводка? Корова как-то поводок перекусила. Я же тебе отдала поводок. Смотри, да, где... второй раз. Ну, спусти его еще раз аккуратненько. Только смотри, не тыкни правой кнопкой по кристаллу, а иначе он бахнет.
Ну, сядь на него опять и перепаркуйся, что ли. Ну, или гравитиганом, господи. Давай я тогда гравитиганом перепаркую тебя вместе с драконом. Либо давай. Он обидится на меня. Так, а ну-ка, дракон. Управление драконом взято. Так, контролируем, контролируем. Так, он пытается улететь. Может, не встать? Да не, нормально, ты же такой сейчас модный, типа, я лечу, моя летать. Все, я тебя припарковал. Пройдись все, немножко вперед, либо он не может вперед пройти. Так, все, отлично, косточка, сейчас его дезактивирую, пусть он все сидит здесь. Ну, отлично. Вот, скоро все. Мой дракон будет тоже так сидеть. Только я себе огненного дракона хочу сделать. У нас, кстати, как обычно во всех моих сборках, косяк с телепортацией в Эндер. Мы не смогли найти, мы где-то часа полтора потратили, но не смогли найти никакой крепости. Так что я сделал свой портал. Он используется, ну, короче, активируется при помощи вот этого маячка. Так, нужно найти вход. Так что теперь нужно будет встать на маяк, нажать на волшебную кнопку, и нас будет телепортировать в мир Эндера. Ну, я надеюсь, что будет все хорошо. Так, ты там где вообще? Я тебя вот не вижу. Я, только ты не телепортируйся, когда плывешь. Иначе тебя поломает, и будешь вся такая поломанная. Кстати, если мы будем дохнуть, то после нашей смерти нужно будет бежать. Получается, выходишь из нашей комнатки и идешь сразу направо. И перед грядками здесь будет вход в комнату с маяком. Вот видишь, запомни просто, ты умираешь, но я себе тоже напоминаю. Умерла, воскресла, пошла направо, и вот здесь вот будет вход. Так, у меня какая-то кость валяется, нафиг эту кость, она мне не нужна. Ага, ну я так, понял, смотрим, что у меня с собой еще есть. Вроде бы мне больше ничего не нужно. Так, запомни, вышла, становишься вот я сюда. Я себе пометку сделала. Какую пометку? Факела вот. Нафигарила? Да. Господи. Смотри, становишься на маяк, и за маяком будет кнопка. Нужно будет на нее наступить. Так, я первый, я отправляюсь. Так, все, меня уже откинуло в новый мир. Я прогружаюсь. Ты становись так. Тоже на маяк. Наступай. Ну, ничего не происходит. Ну, ты наступи на него и тыкни правой кнопкой по кнопке. Блин, правой рукой по кнопке. Ну, ты справишься, да, все, ты молодец. Я тут вроде бы. Да, сработало все. Только что-то ты у меня в воздухе вообще висишь. Так, а ну-ка, нам с тобой нужно будет выбираться отсюда. Сейчас ступеньки понаделываем. Так, аккуратненько, аккуратненько, аккуратненько. Так, сейчас нужно будет делать ступеньку вверх. Так, а ну-ка, воу-воу-воу-воу, здесь опасно вообще. Так, интересно, куда мы вообще идем? Так, мне вот пока непонятно. Так, выше, выше, выше. А тут телепортироваться в этом мире можно? А, нет, после смерти ты опять заходишь в комнату с маяком, нажимаешь на кнопку, а, ну да, все, и тебя закидывает, и появляешься в том же месте, где ты сейчас стоишь. Так, я думаю, что можно даже сделать отметку себе, типа, что здесь какой-то портал, где-то не портал. Я назову это как-нибудь там Хом, что ли. Хоми, все отлично. Хоми готово. Это если что, то куда отступать? Так, у нас кажется, что дракон укусил, либо это ты я. Меня киркой укусила. Ну, спасибо тебе. Премного благодарен. Еще раз, премного благодарен. Это, это дракон, это не я. Драгон, драгон, я понял. Дракон кошачий, кусючий, модель усовершенствованная. Так, мы с тобой выбрались. Ого. Ого. Ничего себе. Слушай, а тыквок-то у нас с тобой нету. И в глаза ты, дядька, мне смотри, потому что дядьки-то обидятся. Быстрее. Так, я тебя быстрее, ну, на тебя камнем ударю. Отлично, зашибись. Покушай что-нибудь. Так, дракоша, вон, вижу, он летает, посмотри, красавчик какой. Ай, красавчик. Мы его убиваем? Да, убиваем. Только нам с тобой нужно еще везде энергокристаллы выключать. По идее, где-то здесь вот есть энергокристалл. Как бы его вырубить? У меня почему-то везде вот эти вот странные облака. И они, по идее, нам очень будут мешать. По ним еще ходить вроде бы можно. Так, так. Их стрелять, да? Ну, братишек, лучше не трогай. А вот энергокристаллы нужно вырубать. Я сразу запрыгну. Так, отлично, я в облаке. Так, я в облаке. По облакам ходить можно, как круто, блин. Как круто. А, блин, что за фигня? Давай, все, я вот почти пропрыгал. Ты там чем занимаешься вообще? Я энергокристаллы вырубаю. Так, я тоже сейчас, по идее, один вырублю. Так, аккуратненько. Как бы его так шугануть? Пум, пум, блинчик. Ну, давай. Давай, так, это поломать. Мне не получается его поломать. Все, отлично, я наконец-то поломал его. Так, там вижу еще один. Ты я где-то снизу бегаешь вырубил. Или как? Я вырубил. А, нифига себе, я видел. Так, сейчас я потушу этот. Так, а ну-ка, пум. Отлично, я уже тоже один потушил. Я аж три как уже же вырубил. Их здесь много. Их здесь так много, это просто пипец. А как нам попасть на следующий остров? Только по низу, что ли? Эти уже потушенные все. Так, нужно, блин, как здесь много кристаллов. Блин, а вот именно, как вниз прыгнуть или что ну, тут делать? У тебя есть фейка, которая тебя в обиду не даст. Ага, так всё, что ты ага. можешь спокойно просто прыгать, и все будет нормалек.
Так, я вижу, вот здесь еще есть парочка. Так, а ну-ка вырубить. Отлично, Блин, я сказал, отлично потушили. Вот так вот, отлично потушили. Блинчик, кто меня ест? Дракон, не кушай меня. Не кушай меня, дракон. Я же друг тебе, что ли, как-то вот так вот. Так, давай, потушись-ка. Потушись-ка. Ну, блин, у тебя получается как-то, нет? Ну да. Или ты самые простенькие, самые низкие выключаешь? Как их здесь много. Я не помню, как называется мод, который добавляет целую кучу вот этих вот энергокристаллов. Там еще, кстати, будут некоторые башни, которые так просто не дезактивировать. Там нужно будет залезать, там какие-то препятствия еще будут жесткие. Ай! Что, тебя дракончик кусает за попу? А, нет, слышу по звукам, эндермен тебя кусает. Нет, дракончик. Так, а ну-ка, выше. Ох, давай. Ты, ё-моё, меня откинуло! Кто? Ну, когда дракон пролетает мимо, он тебя может зафигарить. Так, будь осторожна с этими долбанными кусюнами, потому что они недобрые совершенно. Так, ну, давай. Ну, выше немножко. Блин, прилетело. Давай по одному и тому же стрелять будем. Нет, кажется, я его вырубил. Да, я его вырубил. Все, я думал, что мне нужна кошачья помощь. Вот, посмотри, это та башня, про которую я говорил. Видишь, она похожа на здоровенного кричащего эндермена. Видишь, вот смотри, куда я стреляю. Вот туда вот я выстрелил. Нам сейчас туда как-то нужно пойти. Блин, дракон, уйди. Не трогай нас. Нужно похромать вообще. Фух. Как бы то разобраться, пока не знаю даже. Так, он пролетает. Некоторые башни тут вообще настолько хитро заныканы, что я даже не знаю, как мы будем их находить. Так, тебя вырубили. Как попасть в эту башню? Где она вообще? Где эта башня? Ты ее видишь? Нет, я уж ее не вижу. Я только что ее видел, я заблудился. А, вот она, вот она, вот она. Ты когда стоишь под ней, то даже не понимаешь, что это она. Первый раз выстрелила. Блинчик, как-то непонятно. Он там обо что-то лечится. А как нам туда попасть? Может быть, где-то сбоку, что ли? Просто наложить вот этих камушков и подняться. Это нечестно, по-моему, как-то. Должен быть какой-то более честный способ. Возможно, по облакам туда залезть надо. Но чисто теоретически по облакам, потому что я других способов просто даже и не вижу. Так, я вижу парочку кристаллов. Ладно, тогда поломаем все простые, а к сложным уже будем добираться в последнюю очередь, всякими извращениями будем там заниматься, чтобы туда попасть. Так, давай-ка мы зафигарим этот кристальчик. А, с первого раза вообще молочек. А, ты кошачий молочек. Так, ну кыш, кыш отсюда, крылатая гадость. Уходи. Так, где бы еще найти? Здесь уже все переполомано, переполомано. Ну, да. Фух, офигеть. Офигеть, офигеть. Так, ребята, ну кыш, не подходите ко мне. Все, они меня начали хавать? Ну нет, нет, нет. Кошка, скажи им фу, они меня пытаются съесть. Фу, вон фу, еще пошли один отсюда, пошли отсюда, пошли отсюда, пошли отсюда. Пошли отсюда, ну типа, по ногам. Получай. Я из ваших жемчужинок себе ожерелье сделаю, блин. Буду его на шее носить. Хорошо, что здесь нету злых свинок, иначе пришлось бы с ними делиться морковкой. Так, замечательно. Слушай, кстати, а из них же выпадают эндерперлы. Все, я знаю. При помощи эндерперлов можно разобраться. По-любому. Ну да. Так что мы можем именно эндерперлами туда и забираться. Так, я вижу, ты хочешь зафигарить эту фигню. Так, я быстрее. Отлично, я попал. Так, а ну-ка, следующий. Давай, лакишот. Я первая. Блинчик, ты кошачий. Так, я убегаю. Мне нужно что-нибудь убрать, вот это поближе потянуть. Да хоро меня хавать, парень, прекрати. Уходи, я сейчас из лука зафигарю. Из лука, говорю, на тебе в голову, блин. Да, у них все-таки иммунитет от выстрела в голову. Он просто берет и убегает. Нифига себе. Там, по идее, куча лавы. Вау, офигеть, ты посмотри. Кошка, телепортируйся. А, ты рядышком со мной, смотри. Здесь в каждом из глазиков находится по кристаллу. Офигеть, как эта фигня зловеще выглядит. Так, нужно покушать. Не забывай хромать, здесь очень быстро начинаешь голодаться. Так, а ну-ка сейчас его в глаз выстрелю. Так, бум! О, нифига себе! Я одним выстрелом два сразу расфигарил. Молодец! Вот это круто. Так, смотрим, где он еще регенится. Так, надо посмотреть, дракончик. Ага, наверху, осталось видишь? Две башки. Слева да, башка и справа еще одна башка. Я постараюсь сейчас как-то при помощи вот этих вот эндерперлишков да забраться на самый-самый верх. Надо бы, наверное, еще потом убивать. У тебя эндерперлы есть? Нету? Ну тогда сражайся с братишками и будем из них добывать себе еще эндерперлы. Блин, на такую высоту закинуть я даже не знаю. По-моему, я не смогу. Но я буду постараться. Так, а ну-ка, вот так вот. Давай. Лети. Не докинул. Да нахрен меня хавать, блин. Иди отсюда, блин, морда мерзавская. Бегает, кусает меня постоянно. Блин, я не могу, вот... Так туда телепортироваться нужно как-то ему в голову. Как-то вот. А-а-а!
Блинчик. Да да, не получается. Сейчас я попробую. Последний остался. Так, а ну давай. Давай, попади! Куда-нибудь! Офигеть, у них на голове шапка была! Блин! У дракона, кстати, тоже может быть шапка, просто нам тоже сейчас не повезло. Он может реально в шапке летать. Я тогда буду пытаться сейчас кого-то еще выбить, парочку эндерперлов. Так, а ну дайте мне эндерперлы. Всем в глаза смотрю, всем в глаза смотрю, никого не боюсь. Блинчик, они меня фигарят, довольно-таки больно, надо похавать. Надо похавать, надо похавать, надо похавать. Пошел отсюда. Где-то у меня еще какая-то зелька была. Зелька, 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 instant health. Правда, не самое крутое, но пофигу. Так, пацаны, пацаны, пацаны. Всех регеним, отлично. У меня уже есть два эндерперла, у меня уже есть больше эндерперлов. Блин, так, а чего мне не выпадает нифига? Не знаю, у меня меч на лутинг зачарован. У тебя как бы, наверное, нет. Уже два есть, наверное, твои. Может быть, может быть. Так, нужно как-то по облакам залезать. Ну-ка, оп, не запрыгнул. Может быть, как-то прям через облако? Нет. Я могу тебе два эндерперла дать. Да. Не нужно. Я хочу как-то по-своему. Блин, ну у тебя и шевелюра, мужик. У которого из них? Так, отлично. Я на облаке. Я на облаке сижу. Жу-жу-жу. Как же мне то разрезть? Фиг его знает. Реально придется под ноги себе блоки ставить. Честным способом, я не знаю, как это сделать. Да попытаться телепортироваться разве что в облако. Так, сейчас похумаю только. Я вижу тебя в облаках, Телерон. Так, а ну-ка, блин, дракону не мешай, но без тебя точно, блин. Дракон еще начинает меня искусать. Так, а ну-ка. Давай, 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 давай. Ай-яй-яй, ни одного, вот хады. Ладно, я тогда сейчас буду через... куда-нибудь залезать ему, через попу надыбать полезу. Надыбать себе блоков? Ну, мне по идее хватит. Блин, ну дракон! Отвлекаю его, фигарь его из лука, наверное. Ну что он мне начинает грызть. Ну, именно кусючий. Я его не вижу, его нету. Так, а ну-ка, а ну-ка, а ну-ка. А, вижу, вижу. Я надеюсь, что он меня не будет обижать. Ты че лезешь, а? Ты че лезешь? Девочка! Кошка быкует. Так, я знаю. Вот так вот, вот так вот. Оп, блин, 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 нет! А нет, отлично, все. Так, вот так вот. Оп. Так, отлично, я запрыгнул. Перегенится животное. Ух. Кстати, нужно перегениться, да, спасибо за идею. Животное должно регениться. Так, я где-то у него в шее сижу, что ли? У меня, правда, и блоков нифига нету. У меня есть блок облака. Ничего себе, через него ходить можно. Телепортироваться на облако, возможно. Хорошая вообще идея. Надеюсь, хорошая. Я фигарю, ну блин. Так, надеюсь, хорошая идея. Так, я по облаку хожу. Я прям на облаке. Офигеть, 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 офигеть. Так, быстрее, не проваливаться, не проваливаться, не проваливаться. Не проваливаться, не проваливаться. Живи, потому что шансов дальше нет. Так, я вообще по облаку хожу, посмотри на меня. Кошка, я летающий. Я не могу, я отвлекаю этого животного. Блин, ладно, окей. Так, я пытаюсь как-то придумать, как мне туда попасть. Мне нужно пройти по облакам как-то вот в переднюю часть. Блин, вариантов как-то особо много и не вижу. Так, зачем по облакам, если можно заново поставить блоки? Так, я ему в рот закинул, все отлично. Я у него сейчас в пасти сижу. Воу, нифига себе. Тут, оказывается, какие-то ловушки вообще жесткие. И можно было как-то пройти по каким-то, нифига себе, ступенькам, лесенкам и так далее. Так, чисто теоретически, мне нужно... Как же мне это сделать? Сейчас я вот эти вот блоки поломаю. О, приземлился поломаю. Животное. Так, что у нас здесь? Ну, вниз пойдет или не вниз пойдет? Сейчас какая-то ловушка будет по-любому. Так, лава будет вверху, да? Лава или не лава? Так, а ну, смотрим. Смотрим, смотрим, смотрим. Блинчик! Так, нужно закинуть туда эндерперл, просто и все будет огонь вообще. Так, вот так вот. Отлично! Я у него в голове. Так, я вижу здесь два кристалла энергетических. Так, давай, бум. Давай, молодец. Отлично, блин, лава, горю, 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 горю. Блин, на выход. Как-то вроде бы я пока спасен, что ли. Так, нужно будет сейчас как-то выбраться. Надо похавать, так, похавать. Как отсюда выбраться? Я в голове у этого здоровяка. Так, может быть, я не горю в огне? Нет, я горю в огне. Нет. Сейчас чувствую, к тебе возвращаться буду. Либо потухну, может быть. Так, а ну-ка, быстрее к мини-кошке. Блин, у меня очень мало жизни. Очень мало. Ну что мне съедать? У меня есть еда. Так, у меня вроде бы какие-то зелья были с собой. Блин, нет, Эндермен, нет. Я блоков тебе сейчас надыбаю. Да я понял, он меня загрыз. Так, все, я сориентировался. Я быстрее иду к тебе. Добрый день, мистеры носатые. Так, а ну, пум, отлично. И я здесь. На блоки. Так, ну-ка.
Да по идее не нужны. Я там уже все разрушил у него, через бошку к нему залез просто. Так, где нам еще нужно какую-то башню поломать? Я, кстати, отсюда вижу. Вон в голове у этого чудика еще есть энергетические кристаллы. Вижу, вижу. Сейчас нужно будет как-то их разрушить. О, чудо в кепке ходит. Прикольно. Я вроде бы смогу ему закинуть в глаз прямо отсюда. Так что можно будет никуда не забираться. Ты уверен? Я думаю, что я это сделаю. Ну, думаю, да. Как-то вот так вот, что ли. Так, пум. Нет, немножко выше. Пум. Так, а ну-ка, блинский ты демон. Так, а ну, мне попасть... кажется, это не выйдет. Выйдет, просто ты стреляешь не с той стороны. Блин, ты это сделала. Блин, ты... Я хотел заводу сделать. Ну, ладно. По идее, где-то еще один должен быть. Так, ну-ка, смотрим, где он будет лечиться. Он, по идее, должен летать возле энергетического кристалла. Если их больше нету, то он тогда совершенно будет у нас сейчас получать людей. Так, а ну-ка, где ты делся? Ты крылатая бестия. Смотрим, вроде бы больше нигде не регенится. Я думаю, что можно начинать его фигарить. Рано или поздно он пойдет снижаться. Так, а ну-ка, крылатый, ты где? Из этих облаков нифига не понимаю. Вот он, сзади меня. Не, я просто пытаюсь понять, где еще есть какие-то кристаллы. Может быть, где какая-то башка есть? Так, я его вижу, он летит. Так, парень, иди сюда. Парень. Он идет на меня, уже так, нет. Так, я вижу, он ушел куда-то в Эндермена спрятался. Сейчас я посмотрю, куда он идет. Сейчас он будет спускаться. Так, братишка, мне очень нужно твое яичко. Яичко! Кстати, нужно его убить так, чтобы он заспавнился, ну, вернее, умер где-то вот перед землей. Так вот рядышком, а я понял, снизу, чтобы не упало, да, потому что она может черти куда улететь вообще, да. Моя могилка здесь. Так, где, я слепой, я не вижу, вижу. Вот он возле вот меня. Так, отлично, ну, давай, на упреждение, так, попал. Так, хватит уворачиваться от стрел, парень, так, попали. Так, вот сейчас здесь вылетит, да, так, вот, получай, нет, не получилось. Ну, блин, уворачивается, офигеть. Вдвоем легче, конечно. Если бы не ты, он бы от моих стрел уворачивался, нифиг делать. Так, вот, парень, получай. Кусюн. Я его так и назову, кстати, Кусюн. У меня вроде бы даже бирки где-то есть. Может быть, даже с собой бирки у меня есть. Я вот не уверен. У меня должны быть где-то бирки. Так, не самое лучшее время. Нет, с собой у меня бирок нету. Только что проверил. Ты увидишь вообще? Да, я вижу его. Кусюн, ты где? Кусюн, а вижу. Идет на снижение. Вот, вижу. Он не лечится, мы по-любому разрушили все кристаллы, потому что лечиться ему больше негде. Всё. Я бы хотел еще поэкспериментировать, попробовать где-то поставить кристалл тот, который я сам делал. Будет ли обычный дракон вот где-то подпитываться? Может быть, я себе сделаю даже не огненного, а черного дракона. Может быть, он хотя бы будет уметь как-то лечиться, но что-то я не думаю, что он будет уметь лечиться. Парень, иди ко мне! Блин, какой кыс-кыс? Я пытаюсь дракона звать на кыс-кыс. Как ты думаешь, как вообще можно звать дракона? Курлы-курлы как-нибудь. Кусюн. Колбаса. Да ну блин, парень, вот давай. Дракоша Павлик? Да нет, он будет Кусюн у меня просто. Кусюнский. Снижайся. Демон, снижайся. Так, тут с этими облаками так необычно вообще. Ну, Кусюнчик. Я его не вижу. Да он вот летает, он не хочет снижаться, так я не попал разочек. Так, а ну-ка, кто-то там сзади меня уже хрумает. Так, это я попал или ты? Вроде бы ты, или я, ничего себе. Так, сзади кошка бегает. Ты один раз попал, осторожно. Так, вот. Так, а ну-ка, парень. Аж подлагивает. Да-да, здесь просто куча всяких наших стрел уже везде летает. Так, попали. Мы ему сняли уже половину здоровья. Я надеюсь, что нигде не лечится. Мы же где-то пропустили ему один кристалл, и он там сидит где-то вот, лечивается втихаря. Да, может быть. Так, я побежал ближе к нему. Парнишка. Пока у нас вроде бы не дамажит, главное, чтобы эндермены не злились. Потому что эндермены могут зафигарить, вообще нифиг делать. Так, попал. Ну ниже, пожалуйста, ниже. Он в этих долбанных облаках прячется от нас и просто пипец. Может дать ему фору, чтобы он вниз пошел? Ну, давай тогда постоим, пофигарим эндерменов. Пусть он поймет, что мы здесь как бы опасны, что нас нужно отсюда эвакуировать, чтобы он пытался спасти своих друзей. Блин, кажется, ты меня фиганула мечом. Да! И не говори, что нет. Да? Потому что они не умеют поджигать. О, нифига себе, он пришел кусать меня. У него соломенная шляпа или что это? Да вроде бы нет. Или ты про эндермена какого-то говоришь? Про эндермена. Ну, может быть. По-моему, дракон реально, когда ты не стреляешь в него из лука, он начинает снижаться. А когда ты фигаришь его из лука, он вечно где-то вот в высоте летает. И ты его видишь?
Вот он уже ко мне приходил кусать. Видишь, он делает. На-ти. Ну блин, ты его взял и спугнул луком. Он опять начал убегать. Он же понимает, что у нас луки с тобой зачарованы на офигенность. Так, идет. Так вот, бум. Я его пофигарил. Бум. Так, ну, ты попасть сам еще. Луком начал фигарить его. Ну потому что он начал улетать, я начал в него хотел попадать немножко. Ну, так, Бзюка маневрирует. Маневрирует просто вообще жесть как. Эндермен, ты пользуешься случаем просто. Не офигевшая, не видишь, что вот я занят чем-то? И не фигарит меня. Так, я заборол. Иди сюда. Так, все, отлично. С этими мы расправились. Чего я тыкву не взял с собой? Взяли бы тыкву. Ну да, тыкву на голову одеваешь, и тогда эндерменам чисто на тебя пофигу. Либо они пытаются быть толерантными и не обращают на тебя внимания. Как бы у них истерика, типа, ну, парень, у него на голове тыква. Ну его нафиг, он стрёмный. Спускайся, птичка, спускайся. Месть, кстати. Давай, что? Это была месть. За то, что потому что ты меня вечно мучаешь. А, я даже не обратила внимания. Так, а ну-ка, что у нас здесь? Может, где-то кристаллы есть? Да нет, у него хп вроде не регенится. Так, я буду сейчас пытаться его зафигарить с лука так втихаря. Сейчас он тебя пойдет вот кусать своим клювом драконьим, а я его постараюсь зафигарить. Я его потеряла. Стой где-то там внизу. Ты приманка. И за тобой, кстати, бегает эндермен, либо за мной бегает эндермен. Ух ты, шморда. Шморда ты. Где ты, шморда? Блин. Ну, что ты в самом деле? Ну, отстанет меня эндермен. Его видишь? Эндермен меня кусает, я двоих даже вижу. Мне подходит просто и начинает грызть. Я дракона не вижу. Дракон, он сейчас на тебя пойдет вроде бы. Так, эндермен, уходи. Так, вижу. Так, на ход, упреждение. Так, есть один, есть второй. Так, 41 у него. Когда у него останется около 20, нужно будет его чисто из меча заваливать. Ну, не из меча, а мечом. Так, 36. Ну, достал, парень. Грызет меня и грызет. Ой, офигеть. Так, а ну-ка, давай, ниже, 33. Он за башню уворачивается. Да я понимаю, но вообще маневрируется как-то по-жесткому. Так, парень, спускайся. Причем, смотри, за ним бегают даже эндермены. Им тоже не нравится то, что он здесь бегает такой весь кусючий. Так, есть оно попадание? Так, ниже, давай, дракончик. Ниже лети. Так, вот сейчас, оп, нет, нифига. Кусюнчик, Кусюня, иди домой. Тут есть бутерброды и печеньки. Чай очень вкусный, так, есть попадание. Надо как-то аккуратнее, чтобы он где-то там вверху не отспавнился. Да мы задолбаемся портал искать и задолбаемся вообще все. Так, а ну... Эндермена, ну отстаньте. Реально выдерживай. Может дать ему, чтобы он приземлился все-таки? Ну давай все тогда, чисто мечи и морковки. Все будет по-честному. Так, выберем место, где бы нам было удобно, чтобы он взял и сделал портал. Давай где-то возле отметки дом. Давай. Где-нибудь вот здесь вот постараемся его добить, чтобы было нам потом проще. Может быть, даже на нашем островке где-нибудь сверху. Я, наверное, даже пойду на наш островок. Так, как бы мне тут разобраться вообще? Как-то по краешку. В общем, сейчас будем его выманивать. Выманивать его так. Вот здесь пропрыгать. Уже такие тактики, просто думаю, как мы его убьем, там бла-бла-бла. Дракон придет, зафигарит нас за такие вообще мыслишки. Так, это вроде бы здесь не нужно. Ну все, дракон, где? мы готовы, иди, возьми нас, дракон. Где-то крыльями своими махает. Так, я взял в руки, так, я не смотрю на эндерменов, взял в руки меч и жду. Дракончик, дракошенька, нафиг ты эти блоки ставишь? Я их убираю, ты их ставишь. Это чтобы было видно, где типа наша база. Да. Ну ясненько, понятненько. Ничего тебе ясненько. Ну окей, ну все, вот тебе еще тоже два блока поставлю, все, у меня больше нет. Он где-то близко. Он где-то близко. Смотри. Кажется, он не сильно горит желанием к нам сюда лететь вообще. Дракон! Летит. Нет, не летит. Дракон! Сейчас полетит. Дракон! Так, вроде пошел на снижение. Он либо там с эндерменами развлекается, либо... Давайте тут, а я там. Хочешь к нему пойти, типа? Ну да. Но нам как-то добить его все-таки здесь надо бы. Я так себе думаю. Либо он не хочет... Фигня вообще. Ну ладно, где зафигарим, там зафигарим. Не, пошел, не смотри. Пошел. Вот он, за тебя. Так, иду. Иди, потому что... Давай, ближе ко мне. Не уходи так далеко. Он все равно здесь летает. Давай будем просто где-то возле эндерменов.
Возможно, он туда... Идет! Давай! 10! Так, следующий еще заход... капельку! Следующий заход, он наш. Зари тебя, кстати, нормально кусает. Иди отсюда. Ну, кто-то убежал. Так, идем. Сейчас. Идет! Давай. Последний удар. Нет, нифига не последний. Так, смотри, так следующий заход. Давай ближе ко мне. Иди сюда. Иди ко мне ближе. Мы должны вместе это сделать. Так, дракончик, давай, иди. Так, как-то он заподозрил что-то. Вот. Зафигарил. Сердечко. Отлично, чур моё. Офигеть. А ты забрал его. Офигеть, как красиво вообще. А где все вкусняшки? Ну, вот появился. Блин, почему так высоко? Нужно было как-то фигарить его пониже. У нас появилась эта фигня, но она как-то сильно высоко. Ну, есть да, какие-то блоки вообще? Потому что у меня из блоков есть только губки. А губка это не самое лучшее, что можно использовать для лесенок. Ну, хорошо, допустим, вот так. Что такое? Вот так вот. Я тут юный строитель. Ладно, отвлекай тогда их. Я буду тогда пытаться простроиться. Я тебе могу блоков дать. Так, вот, блин. Что-то пошло не так. Нужно было строить немножко иначе. Я сзади выкинула блоки. Я возьму сейчас. Так, где блоки, А, вижу. Так, спасибо. 9. Вот это много. Вот это число. Действительно много. Так, вот сюда блочек. Вот сюда. Так, мне не хватает. Вот совсем чуть-чуть. Так, нужно где-то еще нарастить. Штук 10, наверное. Чуть-чуть называется. Какая-то ненормальная получилась лестница. Вот, 10, 11. На, держи. Так, давай. Я сейчас перекушу. И будет у нас лестница наша готова. Можно покрасивее ее сделать? На, сейчас чтобы я она не сделаю была какая-то калечная. Она выглядит как-то убого слегка. Так, вот так вот. Как-то пошире ее хотя бы сделать. Сейчас, сколько тебе еще надо примерно? Не, я не знаю. Чем больше, тем лучше будет. Так, красивше хватит. Просто. Так, я тоже тогда пошел на добычу блоков. Будем разбирать этот мир. Будем его весь себе выкапывать. В хозяйстве все пригодится. Так, у меня уже 14, 15, 16. У меня надо уже было кирку себе зачаровать как-то получше. Так, я думаю, что мне вот этого количества, может быть, хватит. Так, как-то вот так. Все. Как-то мне, думаю, что этого всего хватит. На, даже. Держи! Ну, так, блинчик, руки слишком коротковаты, не дотягиваюсь. Так, вот. Сзади вот. Тебя. Так, все, вроде бы готово. Эй, сзади тебя! Ну, сейчас мы все сделаем. Я думаю, что я даже здесь немножко все это закрою как-нибудь, чтобы покрасивее было. Или хотя поры какие-то сделаю. Так, вот, красота. Я думаю, что мне этого с головой хватит, точно, мне этого хватит. Ну, или не хватит. Посмотрим. Так, вот, красиво, все по красоте. Ты решил поставить свои базуки? Да. Ну да, я же свою базуку нейтрализовал, потому что она меня как-то начала не устраивать в последнее время. Все, красотища просто, красотища. Так, тебе сюда, вот так вот. Ну, здесь немножко сбоку осталось сюрреализму, либо как это еще правильно назвать. Короче, говорю, бубок много. Это я в хозяйство заберу. Так, между прочим, сейчас мне нужно будет аккуратненько забрать яишенька. Так, ты стой и осматривайся по сторонам. Оно может появиться вообще где угодно. Я сейчас тыкну, так и оно... Блин, какого фига? Оно не должно было так произойти. Где это оно? Яйцо эндердракона взяло, и вот здесь вот появилось. Оно сейчас вот возьмет и... А, господи, придется дракона выращивать здесь. Причем у меня будет эндердракон. Блинчик, как ты мог, дракоша? Дракоша, как ты мог? Я к тому же его перетащить не могу. Так, вот. Бэйби эндердракон. Так, аккуратненько спрыгиваем. Ну, получается, мое яйцо будет где-то здесь выращиваться. Но, офигеть. Где хотя бы наш портал? Я, может быть, смогу его... А, ну да, конечно. На той стороне. По-моему, пока он не станет взрослым, я его не смогу в портал отправить. Так что, яйцо, ты будешь здесь. Тебя, надеюсь, эндермены вырастет настоящим воином. Может быть, даже починят все вот эти вот вышки. И потом, в следующий раз мы придем, и ты скажешь нам, мы тебя вырастили, или вернее, ты нас... Короче, я надеюсь, что он не убьет нас. Не знаю, как это все правильно сказать, но надеюсь, что мы останемся с ним друзьями. Так, ладно, пошли. Пошли, запрыгиваем обратно в эндер-портал. Так, аккуратненько. Так, все, я спрыгиваю, ты готова? Да. 3, 2, 1, так, спрыгиваем. Сейчас сразу титры пойдут, но это еще не конец летсплея. Так, кому-ка титры, кыш, титры. Я идут, у меня так, все, я появился. Escape нажми, появишься на подводной базе.
В общем, спасибо, что смотрели, для вас играли и комментировали Делирон и Мини-кошка. Если вы на канале, подписывайтесь, ставьте лайки, заявляйте на мой второй канал, кошечек на ссылке в описании. Это еще не конец этого сезона, мы еще с кошкой не были в Сумеречном лесу, так что нас еще ожидает очень много боссов. Король Лич, Нага, кто там еще у нас есть, Минотавры какие-то, там еще какая-то здоровеннейшая летающая гастовская фигня, еще кто-то там есть, надеюсь, что я никого не забуду. В общем, да, еще Гидру, или я Гидру говорю. Ладно, в общем, до скорых встреч, всем спасибо, всем пока-пока. Пока.